утро всем, кто начинает новый день вместе с нами. Напомню, сегодня четверг, 9 февраля. Во всем мире сегодня отмечается День стоматолога. Я поздравляю всех причастных к этому празднику и представляю нашу утреннюю гостью. Это Ирина Михайловна Кузнецова, директор Центра стоматологии и имплантологии. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Ирина Михайловна, такой день, еще один повод вспомнить об особенностях ухода за полостью рта. Какие-то можно универсальные дать советы по выбору средств и по тому, как правильно ухаживать за зубами? В этом случае я хотела бы поступить профессионально. У каждого, наверняка, нашего зрителя сегодня, у каждого человека есть свой доктор. И было бы самым лучшим, если бы они посоветовались со своим доктором, потому что это настолько индивидуально все. У кого-то десны в прекрасном состоянии, у кого-то они кровоточат. То есть здесь универсальных каких-то способов я не могу предложить, это было бы просто неправильно. Единственное, что обязательно нужно, это минимум два раза в год приходить к своему стоматологу, которому вы доверяете, которому вы прислушиваетесь, у которого вы лечитесь. Это очень важно. Именно он должен дать рекомендации по тому, какая будет зубная щетка у данного человека. Или это будет средней жесткости, или мягкой. Нужны ли зубные ёршики, нужны ли ирригаторы. Кстати, это очень интересная, очень важная часть по уходу за полостью рта, за зубами, особенно межзубные пространства. И вообще это очень приятная, кстати, процедура. Я рекомендую всем это с помощью струи воды, значит, почистить зубы, освежить полость рта, прочистить межзубные пространства. Это очень хороший массаж десен. Это просто приятно. Поэтому не игнорируйте, пожалуйста, по возможности вот этот прибор. Он недорог, он очень легок в обращении. Для семьи достаточно одного прибора иметь. Может быть, есть какие-то средства, которые противопоказаны всем? Какие-то пасты и щетки? Или здесь тоже нет универсального совета? Нет, я не видела в нашей продаже. Или даже это аптека или магазины таких вещей, которые прям всем были бы резко противопоказаны. А если нет возможности экстренно обратиться к стоматологу, а щетку купить нужно срочно, что лучше выбрать, чтобы наименьший вред себе нанести? Ну, самыми лучшими щетками зубными считаются те, которые имеют максимальное количество щетинок. И опять же, побоюсь, может быть, слишком общо об этом говорить, но самыми лучшими признаны щетки, которые имеют ровную поверхность пострига и максимальное количество щетинок. А что касается детей, вот их как приучить ухаживать за зубами? Ну, это, конечно же, должны делать родители. Во-первых, это личным примером. Дети должны всегда видеть и ощущать, и родители подчеркивать то, что зубки нужно обязательно чистить. Им обязательно нужно показывать, как делают это мама, папа, может быть, бабушка, там, дедушка, не знаю, с кем они живут. Вот. И превращать это в приятную процедуру. Ни в коем случае без нажима, без каких-то таких вот заставлять нельзя детей. Нужно, чтобы это было приятно. Только тогда это все может перейти в приятную привычку. Ирина Михайловна, я еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Успехов вам и благополучия. И у вас есть возможность обратиться к коллегам, поздравить их. Да, спасибо вам за поздравление. Я с огромным удовольствием поздравляю сегодня всех своих коллег, всех, кто причастен к стоматологии в той или иной мере, всех врачей. Я поздравляю вас. Будьте здоровы, счастливы. Я присоединяюсь к вашим поздравлениям и напомню, этим утром у нас в гостях была Ирина Михайловна Кузнецова, директор Центра стоматологии и имплантологии. Оставайтесь с нами, мы продолжаем наш утренний эфир.